Кстати, Wi-Fi в отеле Мовин Пик очень хороший. Прям на Google диск все грузится, и в YouTube спокойно там 5-6 минут видеоролики загружаются шустро. Но проблема со звонками по WhatsApp и с видеозвонками, они здесь блокируются, нужно пользоваться VPN-ом. У меня такой острой необходимости не было. С ребенком мы переписываемся постоянно так. Голосовые спокойно проходят. Сегодня прям прохладненько утром. У меня даже было ощущение, что я после воды чуть-чуть подмерзла. Такая дикая жара и влажность. Она уже ушла. Вчера вечером вообще был кайф. Купаться можно до темноты и после темноты. Никто с пляжа никого не выгоняет. Хоть ночью купайтесь. На пляже как бы надо в маске, но я не видела ни одного проверяющего, кто бы там чего гонял бы туристов за то, что они без маски. Чуть дальше по набережной, да, полицейские очень вежливо просят одеть маску. Здесь на пляже нет. Вчера тут наши граждане Республики Казахстан, гражданки, плавали в масках. Но это вообще трэш был такой. Жалко, я снять не успела. Я еще тоже балдела, говорю, надеюсь, они в перчатках. Еще некоторые наши гражданки ходят на пляж в банных халатах, но это вообще тоже трэшевое зрелище, они так смешно смотрятся. Не только веников не хватает, и этих колпаков банных. Вот сегодня там какой-то смог на горизонте. Скоро заработает колесико в декабре, но мне кажется, оно нифига не заработает, потому что экспо же перенесли почти на год. Да, вот так надо отклянчивать попу, чтобы оказалось больше.